Вы явно не хотите услышать это от своей сестры. Нет. Но здорово, отец. За ваше здоровье и за мое очко. Ну вот же, да? Нормально шутка. Закончилась туалетная бумага во время самоизоляции. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди. Многие написали поиграть мне в MP3 Bread, очень многие писали. Мы решили поиграть в это с бандой. И вот что из этого получилось. Так, привет, добро пожаловать в MP3 Bread. Я Батя, и сегодня я буду вашим ведущим. Здорово. Наконец-то отца нашел. Короче, правила такие, чтобы ты понял. Есть судья, он выбирает тему. Потом каждому из игроков дается по 10 вариантов. Они выбирают из них 2 звука. И это должно сделать нам смешно. Не запускаем MP3 Bread в 3 часа ночи. Это для названия моего видео будет. Всего плохого. Умный. Вот это настоящий петух. Ой, мама пришла. Минута. Пошла. Вау. Куда пошла? Захотелось пойти. Минута пошла. Зал очком. Это правда. Я шоколадный заяц, я ласка. О нет, о нет. У меня просто флешбеки. Да-да-да. Оранжевые губы, вам не кажется? Ничтожество. Пошел вон! Кто же победит? О, это мне завтра на экзамене скажут. Никто не победит. Да все знают, победит. Короче, меня отчисляют с универа. Ну, достойно. Это я. Давайте послушаем. Достойно, достойно. Ой, ты молодец, какая молодчинка. Да, какой я хороший клоун. Ну вот диплом будешь сдавать, как раз тебе это поможет. Возможно, ты гордишься своим. У меня 2 очка! У Мирдиана 2 очка, мутант! Пришло время выбирать тему. Вы явно не хотите услышать это от своей сестры. I'm stuck! Пришло время выбирать звуки. What are you doing, bro? Ну, в жизни надо, на самом деле. Вообще, я в таком случае просто в это в душ шел. Че типа? Так, Да это у меня какая-то хрень. У меня параш какая-то. Да, у меня тоже. Я надеюсь, вы не обидитесь. Там осуждаю. Я обижусь. У меня было осуждающее слово, я же не буду. Ну ладно. Обижайтесь. Смешно, что я хочу плакать. Видимо, некоторым очень тяжело нажать всего лишь на пару кнопок. Лох. Закончилась туалетная бумага во время... Кто не нажал кнопку, тот лох. Потому что Алекс пус. Вот это хорошо. И упрыгал чисто из туалета. Поднимает туалетную бумагу такой. Она закончилась. И потом кокули на ней рисует Симба. Вот твой знак. Шо? Опять? Да это говно. Не дожал, не дожал. Начало было не подходило. Ага. Да. Так. Художественный фильм с пиздили. Хватит это терпеть! С кем? С батей, что ли? Ему тоже нужно? У вас просто 2 туалета, у батя тоже закончилось. Впрочем, ничего нового. Нет, ну неплохо. Настал твой черед. А как он... Ебать. Судья выбрал лучше. Я телефон разломал. Ты чё такой быстрый? Сейчас судьи голосуют чуть позже, потому что, типа, Симон ждет, пока все проголосуют, и, типа, потом уже закрывается голосование. Не, ну вот это хорошо про музыку для спидрада. Я просто представляю, как он бежит. Встречай. Соня клоун получается. Вот. Теперь клоун решает. Почему вы постоянно судьи? А судьи кто? Мирьян. Ой-ой-ой. Как обычно организовывает важные собрания. О, черт. Сейчас будет пожар. Организую и ухожу. И не прихожу. Блин, настолько жизни. Как вы, блядь, не научитесь? Ты на пенек сел, должен был кафе. Не, это такое. Бонжур, ёпта. Это скорее вы пока ждете меня. А у нас примерно так и происходит, да. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот.
Это скорее Макрота с Иваном. А в чем сила, брат? Это наши диалоги. Ладно. Не знаю. И разливные. Бля, иди поспи, нахуй, реально. Чистый офис просто. Там мусора бред охуеет. Хотя бы один аргумент, почему бы, сука, и не. Кто хочет сегодня поработать? Судья, время выбирать. Понятно, да, это справедливо. Да, это справедливо, да. Хотя бы один аргумент, почему бы, сука, и не. Кто хочет сегодня поработать? За Кирилла. Не знаю. Нет, опять алкоголь. Диджей, что за хрень играет? Поставь что-нибудь нормальное. Ладно. Паску музыку не ставим. Выберите два покрытия через звука. Сейчас будет дрип. Ребята, у кого есть? 8-800-555-3535. Проще позвонить, чем у кого-то занимать. Ладно. Кто молодец? Это Соня, да? Пауза, ребята. Нет, это не я. Пошел нахуй! Пошел нахуй! Пошел нахуй! Хорошо, что я не стримлю. Хорошо, что ты не на Твиче, да. Да, да. А там за песни не дают. Хорошее начало. Интересно. Так, и... Заебись. Четко. Я верю, что именно так происходили все эти концерты. Могло быть организованный путь. Нет. EA Sports. It's in the game. Окей. Да ты... Ладно. Ну что-то все какое-то делаешь. Да. А тут не нужно было два звука. Два звука тут слишком много, мне кажется. Выбора нам не давали. Давайте я покажу вам смех ненормального человека. Судья принял решение. Кто-то в теории еще один зашел за зрителя. Получается так. Четко. Самое неожиданное, что может ожидать вас за дверью в вашей же квартире. Юрий будет дуть, будет Юрий. Именно так они и создаются, эти треки. Опа, опа. То есть просто трахаются обезьяны у тебя. Ну как хочет, так и дрочит, как говорится. За дверью вас будет ожидать смерть. Плохие свинки. Обожаю тупые нахуй. Я придумал шутку. Зима близко. А я думал, что... О, Стикман. О, нормально. Не ваше дело, идите нахуй. Судья. Неплохо. Это ответочка была. Не подгулят вообще. Там чисто арабы стоят. А за меня просто не проголосовал. Хотите, это же это морской военкомат. Не ваше дело, идите нахуй. За меня один голос. А я вообще... Судья выбрал наилучшие звуки, а именно... Судья выбрал! Андрей, тебе реально так нравится, да? Не ваше дело! Идите нахуй! Вы явно не хотите услышать это от своей сестры. Нет. Ну здорово, отец. Да, не удивляйтесь. Я родился. За ваше здоровье и за мое очко. Ну вот же, да? Нормально шутка. Тебе весело, а мне нет. Какие же хорошие пошли. Что за сад чемпионы? Шикарно. Судья, настал твой черед. Что за сад чемпион? Что за сад чемпион? Ну, блин, второе. Вот что за сад чемпион? Еще раз. Ура! Что у меня есть очко. Ура! Амрок-то, приходи к Андрею. Молодец. За ваше здоровье и за мое очко. И за мое очко. Чем закончилось первое свидание этого вот игрока? Вот я это еще хотел выбрать, да. Анальный разрыв. Да за шо? Да за шо? Я заснял! О, любительское порно получается.
Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. О, спасибо, спасибо. Интервью. Ну, у девушки оказалась травка. Наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Мозгов у меня нет, господа. Но зато есть идея. Вы все не так поняли. Это все страшная ошибка. Ну здорово, отец. Блин. Ты попался на кликбейт, олух, олух. Так, тут будут... Я думал, что потеря колец, ну типа... Время выбирать. Другой звук. И нут-нут, я думал, другой звук, типа потеря анальных колец. Ребят, ну ёп, вы чего? Вы все не так... Я не буду ничего выбирать. Ну здорово, отец. Представляю, что приходит он, девушка поворачивается, и там его батя в парике такой, ну здорово. Решение, и это... Это все страшная ошибка. Это все страшная ошибка. Ну здорово. Это пошел гей-клуб. Да-да-да-да. И даже своего батя. Будильник, благодаря которому хочется вставать по утрам. Потому что он реально легендарный. Срочно покиньте помещение. EA Sports. It's in the game. Баба Буй. Мне хочется уверить. Ты не понял? Тебя забанят. Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь. Майнкрафт! Что это было? Надо поставить такой будильник. Думаю, наоборот, надо банан. А ты знаешь, что ты долбоёб? Бля, иди поспи, нахуй, реально. Отличный будильник, иди поспи. Надо радоваться. Не надо напрягаться. Не надо просыпаться, надо радоваться. Китай! Ну что, Сокра, тебе предстоит трудный выбор. У него есть оправдание. А ты знаешь, что ты долбоёб? Ладно. Бля, иди поспи на... Хоть бы раз мой звук победил! Кошка говорит мяу, собака говорит гав, а игрок Винди говорит... Ты сам себя закапываешь. Ну ладно, ты сам этого хотел. 8 грёбаных часов спустя. После работы ложь, да? Блин. Это когда я на Алекса начинаю притирать. Это на винде. А мы оба эти орём. Чё ты? Сразу на меня бочку котик. Бра. То куда? А я посъебал. Понятно, я выберу это. Вы все говно! Думаете, это смешно? Аннигиляторная пушка! Бесконечность не предел! Это к первому подходит больше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, опасно говорить такие фразы. Кто же достоин победы? Игра почему-то заглючила и не дала мне ничего выбрать, а поэтому мы решили довериться рандому. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Новым годом! А я не отчего Да. Ты! Ну, тоже неплохо. А ну! Это Мирнианна, я думаю. Знаешь, звучит как охуенно! Я не думаю. Тревога! Я обязан сообщить, что у одного из вас уже набралось 3 балла. Это Соня. Это я. Мой любимый кринж. Это я. Мой любимый кринж. Ты получаешь картошку. Ура! Кого у вас второй победитель, который получил больше всех лайков? О, утешительный приз. Да вообще лайков не получал. Так, вот все, погнали. Вот это. Вот это тема. Каждое утро вы должны уверенно подходить к зеркалу и говорить себе... Сука, блядь. Я скажу так. Кто-нибудь принесите мне дверь, я выйду! Ладно. Я умнее тебя. У меня памяти 16 мегабайт. А вот это уже серьезно. Это да. Начинаешь заигрывать сам собой. Дед Мороз принял ислам. Да не бомбит меня! Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Пидорас найден. Понял. Пацан, к успеху ушел. Не получилось, не фартануло. Хер тебе врыло, сраный урод.
Я тебе сейчас ебало начищу. С утра замес просто самим собой. Да-да-да. Блин, ну тут два звука чисто хороших, типа, не знаю, мне вот... Мне вот эта дичь нравится, тут хотя начало такое. Типа, начало тут хорошее. Смех такое. Дело закрыто. Я первый обладатель. Ляпа. О нет, это Беп, а не Эдмаджуари. Мысли этого игрока после просмотра 18+ контента. Ой, спасибо, так неожиданно и приятно. Фаталити. Ну типа сфоткал свое, но вы не поняли, что ли? Идите в жопу. Ну это залет. Понял. Сейчас мы это охуеть. Не приеду. Вспомнил. Геометрия, блядь. Уже есть. Испанцы. Эксперименты. Лучше знать. Добро пожаловать в смертельную вечеринку. О! Дерзайте. Но это по тематике не подходит. Мирняна сидит тихо, думает. Давайте послушаем. Да, я думаю. Вспомнил. Ура! Усари первое очко. У меня первое очко. Поздравляю с твоим первым очком. Спасибо, брат, спасибо. Ли, брат, я тебе. У меня нет очка пока что. Сейчас сделаем, солнышко. Иди сюда, мой хороший. Когда вышел 8:15 и пытаешься успеть к 8. Осторожно. Мне просто смех первый подраз. Ты знаешь, что ты долбоёб? Поплыл. Да! А этот полетел. Да. Раз. Один поплыл, второй полетел. И полетел. А этот на метле. Не, он в стену ушел. А кто на свой транспорт? Кто-то на тракторе, кто-то на метле. Ладно. Нет, голосование звук классный, ну че? Я пошел. Звук классный, но почему? О! Опа! Хорошо. Отдай снова! Я в нормальном... Судья, настал твой черед. Я не добежал, видимо. В этом раунде победил... Простите, братья. Да ну! Ну ты выбрал парашу, вы выбрали кринж. Спасибо, ребят, я... Вы обидели Сокру. Судя будет первые слова младенцев через 200 лет. Вспомнил! Это он сказал. Геометрия, блядь. Это смешная геометрия. Мамку прикончил, что ли, или что? Нет, было два очка. Вышел один. Блин, про отца хихишно. Это хорошо вообще. Затянутый смех. Шутки. 8 ударов ножом. Очень добрый младенец. Как родился Андрей. Подарил мне этот Рено Логан черного цвета 20 века. В семье. И обратно залез. Как родился Дрим. Это когда в России. А мрок ты свободен. Судья, время выбирать. Ну, я знаю, что он выберет. Я представляю, он под эту музыку вылезает такой из мамки. Там заслуженно. И сразу прыгает, короче, с крыши, спидран по жизни. Да-да-да. Спасибо, папаша. Ты подарил мне этот хреновый Логан. Амроктус, ты чё? Какой-то херовый выбор. Амроктус, ну ты что? Андрей, хватит меня булить. Смем про армян. Выбери про Сокру, давай поунижаем. Тема раунда. Про Сокру нет, есть правило. Что Сокра делает в 4 утра? Притворимся, что там Сокра написано. Окей? По мне. Наяривает типа под эту музыку или? Понял, он себя шлёп. Не-не-не. Это подарки от Эльдорадо. Бля, иди поспи нахуй, реально. Это мама, мама заходит. Нихуя, гангстер. А, нет, не гангстер. Там либо. Тревожное утро.
Это когда надо защитить свой проект. Это сейчас он сидит так. Нет, это Патрик. Охуенно пазина! Кто же победит? Откройте, это подарок. Почему в 4 утра он это делает, по-твоему? Спи нахуй, реально. Ну ему понравилось, что типа сон 4. Лео, молодец, все нормально. Если резко разбудить игрока Ликер, то он закричит что-то вроде этого. Здорово, бандиты. Ты начинаешь жестко флексить. Я хочу пиццы. Жиза. Ну актуально. Кто хочет сегодня поработать? То куда? А я посъебам. Ты когда на паре разбудил. А, прикольно. Неплохо, это неплохо. Блин, настолько жизненно. Удачно зашел. Осторожно, да. Двери закрываются. Что-то постоянно какие-то двери. Какие двери? Что происходит? Убери меня болгаркой. В зеркалье. Минута. Пошла. Царь во дворца, царь во дворца. Неправильно, ёбаный. Болгарка. Кто же достоин победы? Самое вот, самое такое. Да ладно, согласен, это тоже неплохо. Развели меня болгаркой. Не, болгарка просто смешная всегда была. Пошла. Ну ладно. Комбинация. То куда? А я посъебал. Молодец. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Андрей. Я тебе говорил, Андрей, просто вообрази саму ситуацию, тогда все сразу получится. Победа за тобой, наслаждайся. Хорошо. Причина, по которой этого игрока больше не приглашают на вечеринки. Ни разу такого не было, опять. Диджей Арбуз. Арбуз. Блин, Ликера чисто без самос регистрации. Дорогой, где это ты он был? Вызвал. Что за сочемпионы? Какая старая шутка. Валера, настало твое время. Какая жутка. Судья сделал свой выбор. Давайте послушаем. Выбора не дали. Выбрал Крин с Андреем. Я выбрал Крин. Это кто? Только не Сокра. Только не Сокра. Нет. Как ты мог? Я присоединился к ним, я боролся с ними, но собой больших лайков. Впрочем, не все так плохо, парни. У меня там такой вариант был с перезарядкой оружия, ну вы что? Ну что, ребят, надеюсь, тебе понравилось, напиши в комментариях, хочешь ли ты еще. Работяги пока что передают тебе пока. Ребята, пока, подписывайся. Да куда? Подпишись на канал, кстати, Телеграм. Телеграм. Сейчас скоро. Так много звуков!